Триню вот эту поменять, и все, вот эту чешую поменять, и все, вот на ХП. В целом у меня там Так. бисовый танк, А, условно. Лихтурка тут уже все, давай Пока минут Виктор. две прокачать, да и все. Суммоним Хотя вот у всех. меня запах еще 245-й. Давайте быстренько разъебем этот трэш. Там что, закрыл трэш, что ли? Надо хилов засумонить. Он меня сманули. Ой-ой-ой, ну ПК-те побегай. Блять, только не спуляй весь инст. У нас Тыкайте на три сумон. хила есть. Быстрее тыкайте на сумон, блять. Сумоним хилов, танков, ДД, блять. Кто не сумонится, летите, у кого есть возможность. Так, все, два танка, три хила есть. Сейчас они сдохнут, если их не Три хилить. хила. Он рарник сейчас сдохнет. Бабл нажимай, да и похуй. Стрельё. Короче, кого не суманули, летите сами, мы хуярим трэш уже. Быстренько закончим эту хуйню и все на сегодня. Вопрос, а можно завтра ГМ на полчасика перенести, если никому не критично? Ну, вообще я планировал ТТГ первое пойти, там на два босса быстренько. Не знаю, как получится. Ну, посмотрим. Да так-то да, в принципе. А что, ты на полчаса опоздаешь? Да, но у меня теннис завтра. Ну, в принципе, да. Там еще посмотрим, какой сбор будет. Наверное, в ТТГ пойду. Смотрим, короче. Завтра уже посмотрим. Так. Врывайтесь в эту пачку, я заберу пробудителя. Одного, потом второго заберешь и Вилаша. Ой-ой, притяжки нету. Давай, иди сюда. Где второй? Все, двоих забрал. Хочу пробудителей как бог, просто они мне не откидывают. Все, туда можете уешить, там в ту пачку. Да, в принципе, сейчас он будет кастовать, его грипну. Ешь. Так, все там видели, да, расписание в Дискорде, в календаре в игре. Значит, план наш. Завтра что? ТТГ. ГМХМ. ГМХМ это изи. Печенички фармим. Те, кто еще не купил. И это. На воскресенье стоит целка Гера. Приходим, смотрим. Я сегодня с вечерней гильдии пойду. Посмотрю, что там как. Ну, у леди это где-то 6 чем-то, 6,5 лямов меньше станет хп, но все равно она сложный босс. Очень сложный. Но немножко проще станет. У нас в рейде некоторые люди постоянно, некоторые меняются. Вот нужно вот этих варов, которые на стресс, там железный, апать до 20 000 ДПС. Потому что без этого, ну, их присутствие в рейде просто в гере вообще никак не оправдано. Вот для обычки еще подойдет. Девакин, я понял. Ну да, так у тебя же проходки нету, видишь, ты не фул был. Так, сейчас бронячую пачку.
Так, одного грипнул, сейчас второго заберу. Не знаю, мне прикольно за ДКшника танчить. Бегаешь такой, блядь, ЛПшки раскидываешь на трэше, как бог себя чувствуешь, блядь. Конечно, агро не набираешь. Это призван, если что, подключится. Он сейчас магика убьет в обычке. Хорошо. Пробудителя гриппаю. Следующий каст, в принципе, сало есть. Он не успеет, нормально. Как обычно, по часовой поведу. По часовой против, хуй знает, если как на круг этот смотреть. Босса. Первую копию Вилаша, вторую рарник заберет. А чё там, как милики на нем? На этом мобе, не помню уже. Просто с пула на конях ездите, сядьте на коней. Сначала эти метки появятся. Между собой сразу рейндж набираете. Вот. Так, хилы отпивайтесь, чтобы фулл мана. А кому хантам только добавили, что ли? Что добавили? Ну, вон, второй сокет в плечи. Второй сокет в плечи добавили. Нихуя себе. А кому? На хантах есть. Ну вот на ДК нету, блядь, на маге нету нихуя. На варах нету. На пресе тоже нету. Блядь, вы хотите прикол? Я во фрушмоте, блядь, бегаю, сука. Лича танчил во фрушмоте и сейчас в фрушмоте бегал. Ебать. Бомж. Чё там, хилы отпились? Так, хилы готовы, бури нету и мага нету. Все, короче, спускаю этого пидора. А есть где-то инфа, чё, кому там это? Чё они сделали со шмотом? Может, ну, чё наверное, там? Где-то на форуме, наверное, есть. Сейчас рейндж набирайте, в куче не стойте там РДД, чтобы вот... Вот он сейчас кинет метки, вот, рейндж наберите. Прижигание? Да, это залупа. 60, короче, когда прижигание, нужно съебывать, да, на 10 метров? Да, иначе до 99 стаков копится. В некоторых сервах там и до 999 копится, и ведь что-то и танка просто. Не, за ЦЛК ты получил, за РС-ку нет, у тебя проходки нет туда. Так, сейчас будет откидывалка. Так, первую копию Вилаша забирает. Так, хилим хорошенько двух танков.
И ту, и другую копию можно бить. ХП у боссов одинаковая. Так что РДД вставать и рейндж вокруг двух боссов, там, как вам удобно. Только чтобы метки быстрее вынесли. Лучше все в одного долбить, на нем бафы вести. Ну да. Только нужно, чтобы рейндж не нарушался. Вот там 40 стаков еще более-менее. Короче, наверное, знаешь, да? Массакра перед 33%. И бабл по себе будешь давать. Я дам не зыбку. Так, пока что 42. Готовимся. 40. Тридцать семь, 36, 35, 34. Давай массакру, бабл. Надеюсь, успел. И прохиливаем. Так, рар не хватает последнюю копию. И Вилаш, немножко продвигайся, чтобы у нас троих танков все 5 хилов доставали. Вот и вот так хороводик делаем. Заебись. Главное, рейндж набирайте, чтобы босс меньше хилился. Вот, заебись. Меньше хилится, вообще охуенно. Все, и любую с копией бьем. И перед ебалами стоим. Вообще красиво. Рарник, прожигни что-то. Я себе хуярит как. Про вампира отдал. Можешь массакру рарник дать. Вилаш 6 есть, Т4, давай Т4. Угу. 2 ляма. Рарник немножко тут далеко. Подбегите хилы так, чтобы вы его доставали. Все, лям добивать. Оно еще, видишь, наносимый урон снижает, когда на тебе это прижигание стакается. Когда ты с кем-то рейдишь. Ай, ничего, уже добили. Дайте призу на патио. Сейчас дадим. Так, возле Савяны поставьте шкаф. Вот, дали уже. Так. Я сейчас все сеты посмотрел, там, короче, только у хантов почему-то лишний сокет. Они просто бомжи. Вот и все. Наверное. Получается так, что все бомжи, кроме ханта, блядь. Ну, это вы просто лошарики, ебать, ханты, ебать, топчики, ебать. Да не, они просто мало дамажат, вот может им дали дырку лишнюю. Чё вы туда поставите, 30 РПВ? Да какая разница, чё бы не поставили. Не, знаешь, он так говорит, типа, ханты мало дамаж, поэтому мы дырку въебали, потом он смотрит на других, тоже дырку въебали. Особенно, бля, хил мало дамаж, согласен. Синтек хуль не бьешь. Не ДПС, заебал. Сейчас буду детками пиздец. Сейчас я тебе дырку сделаю. Звучал так себе, конечно. Но уже не в плечах. Смотрите исступление, во. Не знаю, что за приколы, откуда лишняя дырка, честно. А тоже чекнуть. Я так и спрашивал. На своих персах лишние дырки, блядь. Сука. А в гере же исступление не снимается же, да? Снимается все. Все снимается. А я не фигляю, а мы походу не знали. Мы их, короче, под исступлением, я хули палом играл, пец там хилил. Кого-нибудь сильно статы урезались после нерфа Т4? Кто знает, мне похуй вообще на эти статы, блядь. А у меня тоже. А их резали, статы. Да? Да, порезали статы просто. Ну, там говорят, что-то 20 статов, блядь. Да и похуй. Нихуя себе, блядь. Хотя, по-моему, да, у меня было, по-моему, больше хосты. Сейчас 960. Капец, у меня было 212 мастерства, стало 210. Короче, всё. Я не знаю, я сегодня утром зашел и обнаружил, что у меня на штанах мастерства было 98, а сейчас 101 стало. То есть у меня силу не порезали, а крита мастерство накинули. То есть у меня 0.5% крита плюс, и считай мастерства на 4 больше.
Я наверное сейчас быстрее сюда. Согласитесь, вот скины друиды пиздаты. Там сами кто с какой стороны, определитесь. Рыбая, зачем деньги? Не понял. Давайте разъебаю. Надо с первого трая босса убить, то, блин, надо уходить. Так что не тупим. Я без этого бью. У меня, блядь, на мишке больше агро генерируется, чем на моем ДК, блядь. Ну ты с той чаркой. Говорят, на нее КД хотят 12 секунд сделать. У меня жопа горит, я говорю, нахуй, ведите нахуй, блядь. Мишка топ танк. А в смысле, что она без КД, блядь? Она без КД, да. Пиздатая. Типа, два видел, три раза подряд. Челик с гильдии говорит, пять раз подряд было. Ну типа спамишь увечья с трёпкой, и от трёпки срабатывает по КД. Вот как трёпка идёт, как автоатака, от неё срабатывает прок. Там от трёпки, от размаха процент шанс есть. Она срабатывает, блядь, и поебать вообще. Прок на... Ёбаный рот, захильте. Это... Как он называется там? Увечья. Увечья. Оно по трём целям вокруг бьёт и... на 30% сильнее. Короче, как будто ты под берсой. Ну я понял. Ну прям охуенная бомба вообще. Ну да. Босса не с пульти только. Сейчас я 4 меточки поставлю, если мне не забагалось, блядь. Ну эта чарка еще норм, а вторая чарка мне, блядь, какая-то хуйня. Ну там типа 2-8, ой, 10% магического резиста, по-моему. Каждую секунду там, по-моему, типа 2, 4, 8, 10, 8, 6. Поставьте рыбу, пожалуйста. Жрите рыбу, сейчас скажу, кто где. Ладно. Такс. Значит, Свету остается. Вы оба в ДЦшнике или кто из вас кто там? Да я могу в ДЦ прыгнуть. Ты сейчас в ком? В полике. Будешь во тьме. Айновен с бисером остаетесь в Свету. Можете оба не заходить. Эвилаш и Танч Свет, как обычно. Сейчас так перекину немножко. Призана закину вместо Эвилаши туда. Первая, вторая во тьме остается. Третья, четвертая выходит Свет. Зуклю, ты в Свету. Если что, ты ретрик, но ты в Свету. Так, я во тьме танчу. Но я буду пулить. Так, Свету, Айновен, бисер. Во тьме Синтек, Вюпсиня, Киса. Диспелить в курсе, да? Там Синтек, Вюпсиня, Киса. Вы в тьме диспелите метки. Если что, маги и друиды могут сами себя диспелить. Свету, там бисер и Айновен диспелите. Так, жрите рыбу, дайте шкаф. Провист зашел. Тыкайте сумонте Ровиста. Еще раз, если кто-то забыл. Ровиста перенесите, вон, в Дискорде. Блять, да я же ему давал доступ. Так, Призана тоже новичка дал. Призану дал новичка. А Ровисту я давал вроде новичка сегодня. Да, вон он есть у него. Он должен видеть, в принципе, канал. Хуй знает. Ладно. Так, все, еще раз напоминаю. Первая, вторая остаются во тьме. Третья, четвертая выходят в свет. Пойдем. Там есть еще все могут зайти. Рейдеры, новички. Я поставил, чтобы новички... Ой, рейдеры видели. Все, давайте. Так, помните, да? Что за огнем нельзя оставаться, иначе вы босса бить не сможете. Вот вам квадратик поставлю, чтобы вы не протупили. Уберите маунтов вот этих, встаньте в квадратик. А то не видно людям квадратик, нихуя. Не стойте там за стеной, за этой. А то появится стена, вы, блядь, мух словите там по это. Почилите, кофе выпьете. И потом, блядь, а я за стеной, блядь, бить не могу. Ёба народ, что делать? Короче,
И это я поехал. Еще бейте. Ну, после метеора, как обычно, подойдешь, заберешь. На максимальном ренже от босса стоим от красного кружка милики, чтобы метеор под пузом не спавнился у босса. Для Геры это критично будет. Метеор перебежали. Так. Успеет? Нет, интересно. До метеора 10 секунд. 5%. Наверное, нет. 2%, 3 секунды, 1%, 1 секунда. И успели, охуеть. Заходим с треугольника. Ебать, я вас чуть... И, короче, и не зыбку еле успел отдать. Ебать. Прям супер реакция, блядь. Ты не забывай говорить, что сначала танки заходят. Да, да я сам нахуй не зашел, я говорю, заходим с треугольника, блядь. Так, выносите метки. Так, где там шарики, блядь? Не видно нихуя. А, вон шарик идет. Так. А, лезвие, двигайтесь, пробегайте сбоку. Сбоку, сейчас немножко шарик вас порежет. Так, кого это порезал у нас? Акису и... их историю. И Призана. Призан Акисов. Я понял, блядь. Ложитесь. Сука. Падайте, заходите. А, бисер я, наверное. Так, только вы... Никак призвал, только, Винс, только Винс не заходите, когда бой. Вот теперь можно. Надеюсь, никто там не вылетел. Раньше времени Винс не заломился. Так, вроде никто не вылетел. Ешьте рыбу. А, нет, вылетел все-таки. Зукля, да? И рарник. Все, фулбаф, все тут. Синтек. Так, метка. Первый раз вижу метеор. Вы стоите прямо в метеоре. Нормально? Смотри, по трем людям. Бисер и синтек. Офигеть. Так, все забрал. Челик с меткой, который выносил, прибежал уже. А, это Вардман. Так, если что, вам во тьме кружок поставлю на рарника, если вдруг что, стоять в метке в кружке. Метеор, перебегаем на ту сторону. С ромбика. С треугольника, точнее, заходите. С треугольника, с ромбика я зашел. Зашли? Заходите. Вьюпсин я не вижу, а вот. Так,
Так, вон тот шарик. Выносите на край. Вот этот шарик. Лезвие, пизды дадут. Смотрите, стойте в кружке. Вот эти лезвия начинаем двигаться. Начинаю двигать босса. Готовимся, лезвие. Захиливаем танка. Вот, нормально. Ладно, перед выходом дадим пух. Хотя у нас еще, а да, перед выходом. Лезвие 1 секунда, на край выноси. Так, давайте Геру. 1% до фазы, готовьтесь в свету там встречать босса. 3-4 нажимаем на портал, вон появился, выходим быстрее. ДПС. Так, Акиса волной подхиливай прям меня. Не жалей волну. Так, выноси но стресс, выноси ванцент. Так, смотрим лезвие. Так, 50% нормально. Акиса сдох, блядь. Синтек, давай, короче, меня усили на хиль. Вадикон, резай Акису в свету, скажу, когда зайти. Так. Метеор прибежали, Вадикон, неси. Акису резнули, да? Я скажу, когда лезвия пройдут, тебе зайти. Пока там почиль. Так, милики, кружка не видим, да? Хуёво стояли. Очень хуёво. Так, Випсень сдох, как нуб. Акиса, заходи в тьму. Акиса, заходи в тьму. Быстрее, быстрее, быстрее. Анреальный рарник выносите. Акиса, ты где? Блять, сразу тотем ставь, дыхание убило. Я понял. Синтек, соло хилишь. Равист, свет, стоп, дамаг. Равист, выходи в свет. Сука. Метеор. Так, дал незыбку. Да, блять, где незыбка, нахуй. Равист, выходи в свет, значит, ресай. Этого Вюпсеня. Так, Акиса зашел, сразу ставь тотем, Акиса, если там цвету не слил. Метку выноси. Лезвие 5 секунд. Все, захиливай. Вюпсень. Заходи в тьму. Водикон выноси. Метеор перебежали. Метеор перебежали. Все, ебашим. Давай выноси призон. Хорошенько захиливаем. Так, что там процентаж, да? Нормально бьем. Блядь, цвету много дамагеров. Во тьме нам сейчас хуево будет. А нет, 50 стало. Тогда бьем. Энновен вынес. Акиса выноси. Лям добиваем нормально. Чуть не обосрались. Гамнаут. Да сука. Ну, запы, так, да. Танковские. Вот эти Игорь, запы, блять, они точно танковские. 100%. Там, блять, хоста, она никому не нужна. Ни коту, ну, блять, ни разу. Хорошая. Она нужна. Половину нашли. На ретрика. Да, на ретрика. Так, надо кому-то эти тапки, что это, на РП, крит. Мутика. Зап на мутика. Так. Мутик, ретрик. Это у нас Андреаль. Подумал. Так, поручи полной тени. Мутики говорят, да? Зукли ролит. Но ретрика, говорят, тоже берут их, да? Да, да. Пиздаты. Лучше с Толгорода выбить, если упадут. Так, Зукля говорит бис, значит отдаем. Пиздец. Танковские тапки. Нахуй эти на Мишку хоста, блять. Блять, интересно, нахуя на Мишу хоста? Ну вообще, я бы это брал этот, как он называется, Сануба с двумя дырками. Оно чисто из-за дырки кайфово.
Так, рарник 10%. Ну, я пока... Мы приоршимся, пожалуйста, какая разница. Так, сейчас я дам 500 ИП, и на сегодня это все. Так, где там РС? 500. Начислить. Все, всем до завтра. Спасибо. Приходите еще, как говорится. Ну, если вдруг перенесешь, будет охуенно.